Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Здравствуйте, товарищ водитель. Здравствуйте. Поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам мира, добра, счастья, безопасной дороги и всегда по жизни быть веселым. Спасибо большое. Курская госавтоинспекция поздравляет вас, желает вам мира, добра, безопасных вам российских дорог. С праздничком! Спасибо вам большое! Добрый день, здравствуйте. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, счастья, всего самого лучшего и безопасного здоровья. Спасибо. Это вам большое. Спасибо. Все, счастливо. Цель, конечно, данной акции – это внести позитив в нашу обыденную жизнь, поздравить женщин, пожелать им мира, добра, благополучия, чтобы нашим дорогим женщинам всегда встречались только добропорядочные люди, добропорядочные инспекторы ДПС, ну и, конечно, светил только зеленый сигнал светофора. Мы надеемся, что благодаря данным акциям дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона станет как можно меньше и будет взаимовежливое отношение между участниками дорожного движения и между сотрудниками госавтоинспекции. Уважаемые женщины, с праздником вас! Мира, добра, благополучия и всего-всего самого доброго! Курск-Сити. 20 лет работаем для вас!